Що ж, друзі, зараз прийшов час, все, посміялися, зараз прийшов час, щоб слухати Слово Боже. Я вірю, що Слово Боже змінює нас. Є хтось, хто вірить також? Я вірю, друзі, буквально, знаєте, що робить Слово Боже? Слово Боже, воно здатно змінювати людину. Я пам'ятаю, хтось провів такий експеримент, я не буду казати, знаєте, британські вчені, я точно не знаю, хто, але я знаю, що цей експеримент робили, можливо, хтось з вас навіть бачив про це відео, чув про це. Взяли три ємності з водою, чиста вода, просто звичайна вода, питна вода. І одну ємність поставили напроти динаміку, з якого транслювали дуже погані слова, погана музика і так далі, таке інше. Інша склянка, вона була в незалежнім взагалі приміщенні, і там не було нічого, тобто нейтральна. І третя, вона була напроти динаміка, з якого лунали щирі слова, подяки, любові, уваги і так далі. Ну, знаєте, просто гарні слова, ті слова, які змушують кожного з нас, до речі, друзі, реагувати позитивно на щось. І потім, що вони зробили? Вони зробили, взяли одну краплю з кожної з цих ємностей з рідиною, і вони зробили моментально таку миттєву заморозку. Тобто заморозили і побачили кристалічну структуру цієї води. І ви здивуєтесь, можливо, а можливо ні, я не знаю, але перша ємність, яка була з поганими словами, там була трохи така поруйнована кристалічна решітка. Тобто вона не була така ідеальна, вона була трохи зруйнована, вона була не така, як треба. Та була, яка була в нейтральній ємності, вона була звичайна молекула води, звичайна кристалічна решітка цієї води. А яка була, друзі, яка була з добрими словами, вона була майже ідеальна. І знаєте, кожен з нас, ми збудовані, ви знаєте, що кожен з нас, ми складаємось на багато процентів, відсотків, ми складаємось з рідини. Знаєте про це, так? І я вірю, друзі, що Слово Боже, навіть наше тіло, воно реагує на Слово Боже, так? Знаєте, є таке прислів'я, хтось каже, добре або гарне слово, воно навіть і собаці приємно, так? Але я вірю, друзі, що Слово Боже, воно не просто приємне. Слово Боже, воно має здатність проникати в саму сутність, в саму середину, в саму сутність того, хто ми є. Тому я вірю, що сьогодні, коли ми слухаємо Слово Боже працює. Амінь. Скажіть разом зі мною. Слово Боже працює. Воно працює. Ви чули сьогодні, бачите людину, вона, Сергій, да, він лежав і не хотів жити. Зараз він сидить, він спілкується, він хоче жити, він хоче їхати, він хоче змінювати життя. Я дивлюсь на кожного з нас, і я пам'ятаю багатьох з вас, я особисто знаю, я пам'ятаю, коли ви прийшли до церкви, які були такі, знаєте, і коли ви зараз посміхаєтесь, я розумію, що Слово Боже працює. Воно працює. Амінь. Давайте, якщо ви не проти, ми помолимось, будемо слухати Слово Боже. Дорогий Небесний Батько, ми сьогодні вдячні Тобі, дійсно вдячні Тобі, Господи, за те, що сьогодні Ти послав своє Слово, і Твоє Слово, воно не повертається до Тебе, Господи, не виконавши те, задля чого Ти його послав. Я вірю, що Слово сьогодні Твоє, Слово Боже, сьогодні воно тут, і коли воно буде вивільнятись, коли ми будемо його чути, я вірю, що в саме ту мить, дорогоцінний Дух Святий, Ти візьмеш те Слово, і Ти посієш його в кожне серце. Ти зробиш так, щоб це Слово, воно дало свої сходи, щоб це Слово, воно принесло свій результат, Боже, результат, який запланував Ти. Я вірю в це, і я знаю, що сьогодні Ти здатний це зробити. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Якщо, друзі, пам'ятаєте, ми говорили о том, що іноді ми будемо міняти з вами язики? Да. І іноді сьогодні буде проповідь на русскому язикі. Да? Ну, я розумію, ще раз говорю, я знаю, ну, послушайте, я же общаюсь со всіми людьми. И знаете, мы все говорим, знаете, как сегодня такое, не наша рідна тільки мова. Я згодний з цим. Бачите, я змінююсь, але я ж спілкуюсь з іншими людьми. І інколи вони кажуть, пастор, після 20 хвилин все, переполнення буфера в воду наступає. Знаєте, інформація, є чайник 3 літра, ти можеш туди налити 3 літра. А потім ти льош, а воно все одно там 3 літра, понимаєте? Дальше вже не заходить. Тому, друзі, ми договорились, що в церкві ми будемо робити постепенний переход. І ми продовжуємо це робити. Як бачите, у нас вже, слава Господу, пісні українська. І знаєте, це не мода, друзі. Для мене це, чесно, це не мода, це не дань моді. Для мене це нормальне состояние. Були речі, які, к сожалению, я не розумів, і наверное, многие вещи мы не поймем. Мы не понимаем, пока не достигнем какого-то возраста. Кто из вас? А? Да, за то, чтобы мы могли зрозуміти це. Например, кто из вас понимал до конца, зачем вам мама говорит, одень шапку? Ну, мама!
Вот, знаете, с этой шапкой, выходишь в шапке, идешь, в карман ее прячешь, потом, мама, где шапка? Ой, потерял. А как ты ее мог потерять? Она же была на голове, а ты говоришь, да, 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 на голове. А потом ты сам носишь эту шапку, да? И думаешь, чего я ее не носил? Так вот, друзья, есть вещи, которые мы начинаем понимать со временем, но тем не менее. Итак, друзья, сегодня проповедь будет немножко необычная. Помните, мы договорились с вами о том, что в эти два месяца мы говорим о, еще раз повторюсь, о практической стороне жизни с Богом. Практическая сторона, друзья, практическая часть жизни в Божьем присутствии. Сразу хочу вам сказать, это не самые популярные проповеди. Почему? Потому что они заставляют нас смотреть на себя порой со стороны. Я прошу прощения заранее, пардон, друзья, за такие сравнения или примеры, возможно, но была когда-то одна такая, я считаю, неплохая актриса, Фаина Раневская, и однажды ее спросили, какой главный рецепт, ну, чтобы не поправляться или похудеть? Она говорит, ну, разденься полностью, стань перед зеркалом и ешь. Ну, я перефразирую чуть-чуть, вы поняли, перефразирую, она сказала, ешь! И знаете, я хочу сказать, это на самом деле очень действенно должно быть. Почему? Потому что когда ты смотришь, и ты недоволен, и ты, знаете, мы, одень черное, оно немножечко тебя как-то худит, а тут черного не оденешь. И зеркало такое, знаете, все женщины любят зеркало, и знаете, есть такое иногда зеркало, которое такое, ой, какое хорошее зеркало. Сейчас поговорим и об этом. Так вот, что я хочу сказать, друзья, к чему? Я понимаю, что эти проповеди, они немножечко обнажают нас. И, возможно, где-то они заставят нас чувствовать себя дискомфортными. Но послушайте, не этого ли мы хотим? Не этого ли мы хотим? Знаете, я как-то помню, ну, помню, все автомобилисты с этим сталкивались. Однажды ты едешь, и особенно если у вас есть датчик давления в шинах, знаете, то у тебя такое, у нас бывает такое бим-бим, начинает пилимкать о том, что у тебя низкое давление в шинах. Ты спускаешь, выходишь, вроде нормально, а оно пиликает. Ты приходишь, и подкачаете шины. А потом они, когда ты меняешь уже там, перебортируешь, меняешь зимнюю на летнюю на зимнюю, они приходят, так у вас тут гвоздь торчит. Понимаете, и что мы делаем? Нам проще прийти, чтобы оно не мелькало, этот датчик, знаете, не блымал этот датчик. Нам проще подойти, подкачайте. Но мы не хотим, потому что мы понимаем, это ж дорого, снять колесо, поставить заплатку, и мы проще, подкачайте. И вот я заметил, у многих верующих такая христианская жизнь, подкачайте. Пришел на проповедь, пастор тут качнул, и ты такой, пошел. А через неделю приходишь, такой, опять, пастор опять качнул. Слушайте, друзья, Бог не запланировал подкачки, Он запланировал, знаете, чтобы твое колесо ездило. Он запланировал твою христианскую жизнь, чтобы она не хромала, чтобы она не все время периодически подспускала чуть-чуть. Твоя христианская жизнь должна быть победоносной, она должна быть хорошей. И об этом мы сегодня будем говорить. Так вот, тема сегодняшней проповеди звучит интересно. Звучит следующим образом. Бога не боюсь и людей не стыжусь. Это для тех, кто перед зеркалом не стесняется есть, так вот. Нет, я почему говорю? Потому что, вы знаете, друзья, избыточный вес, это, поверьте, я сам по себе знаю, это не хорошая штука. И Бог говорит, кто разрушит этот храм? Был такой проповедник один, Джек Коу его звали, он умер в 35 лет. От чего? Абсолютно, был помазаннейший, почитайте, Божий генерал, он был помазаннейший человек. И у него служения иногда начинались в 5-7 вечера, а заканчивались в 2-3 часа ночи. Но из-за того, что он был голодный, он приходил в 2-3 часа ночи и как? Восстанавливал кислотно-щелочной баланс у себя? Перекусывал. Да так перекусывал, друзья, что у него был очень избыточный вес. Он умер 35 лет. Когда сделали вскрытие, патологоанатом сказал, говорит, послушайте, это организм 90-летнего человека внутри. Я просто говорю к тому, что, друзья, мы тоже должны понимать ответственность и в этой сфере в том числе. Это не панацея. Итак, давайте прочитаем интересное место из Библии. У нас будут сегодня такие чуть-чуть длинные отрывки, потому что мы будем читать сегодня притчи. Первая, друзья, притча – это Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 по 8 стихи. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Давайте, дальше. «Говоря, в одном городе был судья». Смотрите, обратите внимание, друзья, который Бога не боялся и людей не стыдился.
Прекраснейшее определение. Знаете, Иисус находит такие определения порой, которые, мне кажется, мы не можем подобрать. Вот представьте себе, оказывается, весь мир людей, да, вот все полностью, внутреннее состояние человека можно описать вот этими двумя определениями. Бога не боится, людей не стыдится. То есть Бога не боится, это внутреннее состояние, да, внутренний мир человека. Людей не стыдится, это его экспрессия, то есть это выражение его внутреннего мира. Такой человек, ему вообще все равно. Ему все равно люди, ему все равно мнение людей о нем, ему все равно, что люди там будут как реагировать, не реагировать, предают, не предают. Вообще ему все равно. И ему все равно его внутренний мир, он вообще ни перед кем не несет отчетности. Бывают такие люди, да? Я смотрю на Рому, Рома такой, ого, что такие бывают? Бывают, оказывается. Ну вот, вот судья был таким. Итак, друзья, дальше. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила более докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» И 8 стих. «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Знаете, наверное, возникает вопрос, почему я сегодня привожу в пример эту притчу? Потому что вроде бы как эта притча о совершенно абсолютно неверующем человеке, правда? То есть человек, который вообще, он не имеет никакого отношения к христианству. И, наверное, иногда бывает даже, если вы читаете эту притчу, иногда ее сложно бывает одеть на себя. Я не знаю, как у вас, но первые годы моей христианской жизни я вообще ее не понимал. Потому что я вообще не понимал, ну как бы, к чему он тут говорит. Ну да, окей. Он ее защитил. Ну, я думал так всегда. Я интерпретировал эту притчу вначале так, что Господь способен взять даже сердце злого человека и превратить его в помощь для меня. Ну, вот так примерно я себе это где-то представлял. Вот такое у меня было представление. Но знаете, когда ты читаешь всю главу, когда ты не читаешь какую-то только часть, я хочу вам сказать, друзья, вслед за этой притчей следует еще одна притча. То есть она не просто следует. Вот давайте сейчас прочтем ее, начиная с... Мы будем читать с вами с 9 стиха буквально. Вы знаете, между этими притчами нету какой-то разницы. Он говорит: ну, эту закончили, а теперь вообще другую скажу вам притчу. Давайте прочитаем с 9 стиха. Смотрите. «Сказал также, то есть он добавляет к этой притче, видите, предыдущей притче, он также говорит к некоторым, которые были уверены о себе. Смотрите, друзья, это не отдельные две притчи. Это притчи, которые, целью которых было вскрыть эту проблему. Помните, как Иисуса спросили о Царстве Небесном? И он рассказывает, приводит один пример. Купец, который нашел жемчужину, идет и продает ее. Потом говорится, это, и он другой пример приводит. Потом опять о Царстве, он третий пример приводит. То есть он приводит три совершенно разных примера, которые говорят об одном и том же. И я хочу вам сказать, друзья, если вы внимательно будете читать вторую притчу, следующую притчу, то вы вдруг неожиданно обнаружите, что эти две притчи, они очень между собой связаны. Давайте прочтем. Итак, к некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу сказал им. Вы спросите, а каким образом связано? Смотрите, судья, как он относился к этой вдове? Он ее игнорировал. Почему он игнорировал ее? Неужели он считал себя плохим, как вы считаете? Он считал себя плохим? Нет. Он считал себя нормальным абсолютно. Просто у него было внутреннее состояние уверенности, которое не позволяло, смотрите внимание, ни мнению других людей проникать в него, ни мнению Бога изменить его самого, правда? То есть, смотрите, ни людей не боялся, ни Бога не боялся, ни людей не стыдился. Правда? Такое состояние. А теперь у меня интересный, друзья, вопрос. Давайте посчитаем внимательно следующую, ну, эту притчу читаем, 10 стих. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Смотрите, друзья, на первый взгляд, мытарь, мы знаем, кто такой мытарь. Это тот, кто собирал налоги, причем не просто их собирал, он выбивал их силой зачастую. То есть, прям приходил и так конкретно, вы должны, как коллекторское агентство. Коллектор.
То есть приходит мытарь и приходит фарисей. Фарисей — это тот, который преподает, это тот, который ценит, у которого одежда, каждая кисточка, каждая ниточка на его одежде отражает его убеждение, его верование. Как вы думаете, изначально, до момента этой истории, как вы думаете, кто выглядел из них более нормальным? Однозначно фарисей. Однозначно, все голоса были бы отданы за фарисея. Скажу так, если бы на бигбордах висели эти два человека, все проголосовали бы за фарисея. На выборы проходит кандидат от фарисейской партии. Партия фарисеев, они красивые, они такие классные. И знаете, этот фарисей, давайте читать дальше, что делает? 11 стих. Фарисей став, молился сам в себе так: «Боже! Благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». Слушайте, причем вопрос, кому он это говорит? Смотрите, в себе, во внутреннем мире, кому он это говорит? Кому? Богу. Он же Богу, он говорит: «Боже». Видите? То есть, смотрите, он в себе, в своем внутреннем мире, он обращается к Богу и говорит Богу: «Боже, я красавчик». Я не знаю, друзья, иногда я думаю, что среди нас бывают такие тоже. Которые, знаете, мы Богу, то есть Бог смотрит и говорит: «Господи». Наверное, Бог сам молится и сам в себе говорит: «Господи, спасибо Тебе, что я не такой праведный, как этот человек». Вы понимаете, друзья, то есть этот человек, смотрите, что я вижу в этом стихе? Я вижу в том, что Бога он точно не боится. Бога он не боится. Но судя из того, что он, смотрите, говорит о людях, прочие люди, грабители, обидчики и так далее, прелюбодеи, я думаю, что и людей, друзья, он тоже не стыдится. Возможно, чуть-чуть, потому что мы читаем, что он говорит это про себя. Пока. Дальше. «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Слушайте, ну прекрасный человек. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь». Обратите внимание, вот этот человек, у него уникальное свойство. Он ударяется в грудь, то есть это внешнее проявление. И что здесь написано? Он не про себя, а что он делает? Он говорит. Он говорит: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Послушайте, у этого человека, как вы думаете, какое понимание или осознание у него есть перед Богом? Открытости, обнаженности полной, абсолютно. И не просто обнаженности, а у него есть состояние внутреннего сокрушения. Он понимает, что он грешник. У него есть состояние, в котором он осознает, что то, кто он есть, в глазах Бога выглядит не очень красиво. Было ли такое состояние у фарисея? Вообще напрочь нет. Отсутствует. Не напоминает ли это вам судью, помните, который вообще все равно, что Бог про меня думает? Фарисею тоже все равно, что Бог о нем думает. Нет, вы скажете, но как бы ему же не все равно, он же служит Богу, друзья. Вот поэтому мы и читаем сегодня с вами эту притчу. Ведь мы тоже так иногда, правда, служим Богу, живем для Бога, но его мнение нам абсолютно фиолетово. Все равно. Дальше читаем. «Боже, будь милостив ко мне грешнику». 14. «Сказываю вам, что этот пошел оправданным в свой дом более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Друзья, почему тот, кто был так уверен в самом себе и говорил даже Богу о том, какой он молодец, он ушел в плачевном состоянии? Почему мы читаем о том, что этот человек, он фиаско претерпел? В чем причина? Нам надо уже сегодня с вами в этом разобраться. И я хочу вам сказать, друзья, Бог дал вот той притчей выше, с которой мы начали, я думаю, что Бог дал очень четкое и меткое название. Можно еще раз проповедь этому состоянию? Эта проповедь, друзья, это называется состояние «Я Бога не боюсь и людей не стыжусь». То есть, когда твое внутреннее состояние и когда твое внешнее поведение, оно настолько уверено, что тебя ничего не может поколебать. Ничего, друзья. Но не забывайте, что это состояние, в котором тебя ничего не может поколебать, оно имеет двойственное состояние, оно имеет двойственное проявление. Одно из них – это проявление, связанное с Богом, твоими взаимоотношениями с Богом. Другое – это состояние, связанное с твоим проявлением с людьми, правда?
В принципе, как мыслит психически здоровый человек? Психически здоровый человек, когда он видит неодобрение многих людей, например, к примеру, как вы бы поступили, если вы идете, к примеру, по улице, смотрите, вы идете по улице, и большинство людей, заглядывая вам на спину, они что-то там показывают или смеются. Что бы вы начали делать? Что делает обычный человек в такой ситуации? Он реагирует, он говорит, посмотрите, что у меня на спине, нет ли там чего-то, все ли в порядке. Как поступают некоторые люди? Что смотришь? То есть вы понимаете, его внутреннее состояние настолько абсолютно спокойно и уверенно, абсолютно уверенно в самом себе, что ему абсолютно вообще ничего на него не распространяется, вообще ничего не заходит ни в его внутренний мир. Я удивлюсь, я знаю, сейчас многие скажут, пастор, так мы же наоборот ищем состояние, когда нам будет все равно. Вы удивитесь, но Бог, Он не хочет для тебя этого состояния. Он не хочет, чтобы у тебя было состояние, когда тебе вообще все равно. Потому что это очень опасное состояние, когда тебе все равно. Смотрите, фарисей, ему настолько стало, вот он настолько просто внутри стал целостной личностью, внимание, что сам Бог говорит, он ушел каким? Ни с чем. Кто благословлял? Скажите, в храме, когда они пришли молиться, кому они обращались? Кто благословлял их? Бог. И почему Бог не благословляет этого человека? Потому что он говорит, послушай, ты внутри настолько стал целостным, что я уже не могу к тебе туда проникать. Знаете, целостный человек, нам кажется, это характеристика позитивная, но иногда целостный человек, он становится закрытым. Он становится самодостаточным, и туда Бог не может проникать. И это состояние, вот на мой взгляд, еще раз повторюсь, описывается лучше вот таким словом. Бога не боюсь, людей не стыжусь. Спасибо, Аня, подобранная прекрасная картинка. Представьте, вот человек, смотрите, штормы, ураганы, бури, а человек стоит такой, говорит, да, нормально, все в порядке. Пронесет. Почему? Друзья, послушайте еще раз. Я не говорю о том, что мы должны, знаете, быть такими зашуганными, забитыми, как мышки, знаете, которые там, о, Господи, как бы чего не то. Знаете, вот такая, это тоже ненормальное состояние. Но Бог хочет привести нас в то состояние, друзья, когда мы способны, еще раз, и Его бояться, и людей стыдиться. Это нормальное, благоговейное состояние. Это здоровое состояние, это духовно здоровое состояние человека, который стремится быть христианином. Ну, не стремится, а с которой старается быть христианином. Если вы находите человека, которому все равно становится, знаете, я всегда таких людей стараюсь обходить немножко стороной. Ты никогда не знаешь, на самом деле, что от такого человека ожидать, потому что в любой удобный момент у него истина поворачивается в ту сторону, которая удобна для него. Вы никогда не сталкивались с таким человеком, который едет на дороге, например, все знакомы более-менее с правилами дорожного движения. Едете вы на дороге, догоняет вас сзади человек на скорости 60 км в час. Ту-дух! Вы выходите, а он выходит и говорит, ты что делаешь? Ты что тормозишь? Ты видишь, что ты мне сделал? Короче, готовься, тебе придется платить. И вы смотрите на этого человека, и вы понимаете, у вас начинается разбаланс в голове. Потому что правила дорожного движения говорят, что виноват вообще-то он. Но он говорит вам, что виноват ты. Потому что... Его внутренний мир целостный. Ему нормально. Ему хорошо. Мы сталкиваемся, друзья, с множеством проявлений. Недавно, по-моему, пару или тройку месяцев назад, может быть, кто-то из вас читал эту новость, на Закарпатье поймали одного человека, который переправлял младенцев для продажи органов. Я вообще не понимаю, друзья, что должно быть внутри у человека. То есть... Это какая деградация личности должна произойти, когда ты берешь ребенка, зная, что этого ребенка не просто убьют, его просто выпотрошат, как фабрику, курицу, и все. И ты берешь за это деньги, причем, ладно, если бы там деньги какие-то баснословные были, 3-5 тысяч долларов, 20. Вы понимаете, друзья, что внутри этого человека есть, там, вы понимаете, там живет какой-то моральный, извините, урод. И это состояние определяется следующим словом, словами. Этот человек Бога не боится, людей не стыдится. Это нехорошее состояние, о котором нам есть смысл сегодня, друзья, поразбирать, поговорить немножко и так далее. Итак, друзья, что это за состояние? Как оно возникает? Откуда оно приходит? Я для себя записал такое определение, что это за состояние. Это состояние сердца христианина, когда нас самих становится в нашей жизни христианской больше, чем Бога. Смотрите, друзья, ведь очень легко это происходит.
нас самих в нашей христианской жизни становится больше, чем Бога. Больше становится. Больше становится. Ну вот смотрите, есть мамы здесь с детьми, двое, трое у вас детей есть. Вы прекрасно знаете и понимаете, о чем я говорю, да? Когда до того, как вышла замуж, ты решала там, что одеть, просыпалась тогда, когда тебе там хотелось, не хотелось, ты там себе где-то примерно могла планировать, там прическу, макияж, какие-то ногти и так далее. И вот у тебя появляются двое вот этих вот шумных карапузов, о котором так мечтает каждая женщина, девушка, каждая жена, она мечтает о том, чтобы в ее жизни появились эти сладкие карапузы. И вот знаете, вместе что с этими карапузами приходит? В ее жизнь приходит следующая фаза, она уже ничего не решает. Знаете, многие женщины, они впадают в послеродовую депрессию. Одна из причин, не только гормональный фон, но одна из причин послеродовой депрессии. Вы понимаете, твоя жизнь тебе вообще никак не подчинена. Вообще, от слова совсем. То есть она прям совсем тебе никак не подчиняется. Есть мужья, я знаю, которые тоже в этот момент, знаете, они такие целостные мужчины, они абстрагируются, говорят, ты рожала, тебе твои проблемы. Ну, есть такие тоже. Это плохо. Хорошо, когда муж рядом поддерживает, это чуточку легче, но в целом все равно это не решает проблему, вы понимаете? То есть проблема такая, есть проблема, и она вся целиком полностью ложится на тебя, и ты ничего не можешь делать. И знаете, для многих людей это состояние, для многих женщин это состояние становится вдруг деструктивным. Оно разрушает вот эту целостность. Вы знаете, что есть много девушек, которые, почему-то все мужчины, все парни, особенно, которые еще не женаты, они убеждены, что все незамужние девушки стремятся выйти замуж. Послушайте, есть у девушек такое состояние, когда она боится выйти замуж, она не хочет, потому что она немножко думает, и она понимает, что ей прям вообще, она не готова к этому. Ну, она взвешивает, знаете, она одевает на себя то, во что верят многие мужчины. Вы знаете, во что верят многие ребята? Они верят, что все женщины мечтают стоять у плиты сутками, стирать, убирать. У нее прям вообще, ее романтическая фантазия номер один, она красивой шваброй моет красиво пол. Понимаете? Вы вообще думаете, что это их фантазия. По ночам стирать там и так далее. У девушек нет такой фантазии, вы удивитесь, возможно. Они вообще об этом не мечтают совсем. И вот понимаете, в мир вот этого парня вторгается вот эта суровая реальность, оказывается, она этого не хочет. К чему я веду, друзья? Смотрите, мы все хотим сохранять вот эту целостность, мы стремимся к ней. Нам хочется, и с приходом к Богу, вы удивитесь, но большинство из нас об этом молится и просит Бога. Мы просим Его, чтобы внутри мы стали человеком, знаете, мы стали вот этим состоянием, которого вообще ничего не тревожит. Вообще, вообще. Я еще раз повторюсь, вот эта вот сегодняшняя проповедь, друзья, она многих из вас, она немножко, ну, она, я знаю, что она будет неприятная, потому что, еще раз говорю, она идет вразрез тому, чего мы хотим. Мы как раз хотим успокоиться все. А Бог хочет привести тебя в состояние, друзья, где ты будешь, вот как этот грешник, знаете, иногда стоять и говорить, стоп. И тебе кажется, что у тебя жизнь, она, ты ее не можешь сложить воедино, и она у тебя как лего рассыпается, понимаете, карточный домик, от малейшего дуновения ветра рассыпается. И нам кажется, что это неправильное состояние, что это плохо. Мы жалуемся Богу в этот момент, мы печалимся, мы обижаемся на Бога, мы обижаемся на все. Нам хочется, чтобы все стало стабильным и нормальным. Но вы удивитесь, иногда сам Бог приводит тебя к этому состоянию и будет тебя приводить для того, чтобы в этот момент ты понял, что Он тебе нужен. Что просто Он тебе нужен. Давайте будем дальше разбирать, друзья. Откуда появляется это состояние? Я тут для себя записал. Смотрите, давайте прочитаем интересное место из Писания. Галатам, 1 глава с 4 по 6 стихи. Галатам, 1 глава с 4 по 6 стихи. «Который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века». Пока позитивно, правда? Представьте, Иисус Христос пролил свою кровь на кресте, отдал свою жизнь, чтобы избавить нас. Боже мой, мы же все к этому стремились, чтобы нас избавило, это наконец от этого раздирающего на части нашего состояния. Давайте дальше читаем. Ему слава, да, давайте, пятый стих, ему слава во веки веков, аминь. И шестой стих, друзья. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию. Вы удивитесь, друзья, но большинство христиан молятся о том, чтобы именно Бога было больше в их жизни. Но часто в их жизни становится больше их самих с их желаниями. Смотрите, даже апостол Павел пишет здесь, он говорит, друзья, я удивляюсь.
Вы, которые приняли то, что Христос за вас пострадал, которые приняли прощение, вдруг вы переходите к другому совершенно Евангелию. К какому Евангелию переходят? Мы переходим к Евангелию, друзья, в центре которого уже не Христос на кресте, а мы с нашими желаниями. Еще раз, в центре Евангелия вдруг неожиданно становимся мы. Вдруг неожиданно становится наша стабильность, вдруг неожиданно там появляются наши потребности, вдруг неожиданно там вообще появляемся мы в центре этого Евангелия. И причем, заметьте, он говорит, я удивляюсь. Бог, апостол Павел пишет здесь, говорит, я удивляюсь, как вы от призвавшего вас благодатью Христовую. Что такое благодать Христова? Это послание о том, что Иисус Христос пострадал. Осознание цены, друзья, которая заплачена, она нас привела к подножию креста, где мы приобрели спасение, где мы покаялись, где каждый из нас, мы омыли, были омыты кровью Христа. Правда же? Правда же? И в этот момент, что нас волновало, скажите, какая целостность у нас была? Да никакой целостности не была. Потому что, слушайте, слушайте внимательно, покаяние происходит у человека, покаяние происходит в тот момент, когда мы полностью разрушены, и когда мы осознаем свою вполне осознаем свою греховность. Разве не так? Вы знаете, я помню, когда я пришел в церковь, я не пришел плохим человеком, я не пил, не курил, там, не кололся, ничего такого. Я пришел в церковь, я, знаете, наблюдаю, сидят люди, там, все, покаяние вызывают, я все, молитву произношу, все классно. Но у меня одна проблема, я такой честный сам с собой человек, я не сокрушенный. То есть я внутри не разломанный, у меня нет осознания греховности, вы понимаете? Вот я сижу на служении, где проповедуют о грехах и о том, что Бог может прощать, а у меня нет понимания, где я грешник. Вы понимаете, как мне тяжело? Я месяца 4 так ходил в церковь. 4 месяца я ходил, смотрел на всех этих людей, думаю, им нужен Бог, однозначно. Однозначно. А я такой спокойный. Вы знаете, меня это послание о кресте не выводит из себя. Почему? Потому что у меня нет осознания. Я стабильный, я целостный, понимаете? Я такой вот, у меня все в порядке. У меня прям все хорошо. Но когда ты приходишь, когда действительно ты сталкиваешься с Богом, Бог, первое, что Он приносит, помните историю с этим судьей? Вначале он говорит, да я не буду помогать. И потом вдруг неожиданно он меняет свое мнение. Как вы думаете, не было ли в этом Бога? Я думаю, что Бог подействовал. И вот знаете, тот момент, я помню, во мне тоже Бог начинает действовать. Он выводит меня из состояния. Он начал мне там индивидуально показывать моменты, которые я посмотрел, потом ужаснулся. Думаю, Боже мой, так я же грешник. Знаете, такое прекрасное прозрение. Прекрасное прозрение, в котором ты понимаешь, слушайте внимательно, ободряющее прозрение, в котором ты осознаешь, что ты конченый человек. Для большинства людей, вы понимаете, я не знаю, вы понимаете, о чем я говорю? Что никто из людей нормальных не стремится к этому осознанию, вы понимаете? Какие мы хотим слышать проповеди, которые нам рассказывают о том, что мы плохие, или проповеди, которые говорят, какой ты классный? Ну, проще, легче, приятнее слушать вот это. Какими друзьями мы себя окружаем? Которые нам правду матку режут? Ну, с возрастом, да. А поначалу так нет. Мы даже выносим эту категорию людей за скобки, вы понимаете? Тех людей, которые нас выводят из этого состояния внутренней стабильности. Но я хочу вам сказать, друзья, Бог именно через это началось. И вот здесь, смотрите, апостол Павел и пишет, говорит, я удивляюсь, как скоро вдруг вы переходите к иному благовествованию. Что значит благовествованию? То есть иной угол, иная перспектива Евангелия, другая перспектива Евангелия, в которой в центре вдруг оказываешься ты со своей с твоим благополучием, с тем, чтобы ничто не потревожило твой мир, с тем, чтобы ничто не приносило никакие там штормы, ураганы, брызги в твой мир. Вы знаете, я простую дам вам такой, еще раз, пожалуйста, только не берите на цитату, но поймите правильно меня. Вы знаете, что многие люди уехали из Украины из-за войны по одной простой причине. Одна простая причина. Им не нравится жить в дискомфорте, который приносит с собой война. В чью жизнь война принесла определенный дискомфорт в определенной степени? Да, конечно. Это война. Это война. Дискомфорт. Зарплаты снижаются. То хуже. Это не так. Это не так. Это однозначно. И некоторые люди, вы понимаете, в их Евангелие не укладывается война. Почему? Потому что война с ее вот этим нестабильностью, вы понимаете, она прямо противоположна Евангелию, которую они начали верить. Потому что в их Евангелии все должно быть хорошо. А теперь, внимание, вопрос. Скажите мне, человек, у которого все в порядке, человек,
у которому со стороны не говорят, тебе нужно в чем-то поработать над собой, тебе нужно в чем-то исправить, тебе нужно в чем-то подкорректироваться, тебе нужно в чем-то измениться. Как вы думаете, такой человек, его внутреннее состояние, он живой, он бодряк? Нет. Этот человек, друзья, он уснул. Он в состоянии такого летаргического сна. Его жизнь работает, существует, она есть, но она не меняется. И я хочу сказать, удивительно, друзья, что многие христиане со временем, с возрастом определенным, мы приходим к этому состоянию. Еще раз, как Бог описывает это состояние вот в той притче? Бога не боюсь, людей не стыжусь. Я помню, как-то пастор Валя мне рассказала в свою бытность, они ездили как-то в евангелизационную поездку, помнишь эту историю? И там с ними ездил в купе, я не знаю, с вами, не с вами, но ездил человек один, звукооператор. И вот там нужно было утром выходить, станция, на которую они ехали, нужно было выходить рано утром, я не помню, там 5-6, я говорю, ну короче, рано утром. И надо же разбудить, знаете, будить. И кто-то будит этого звукооператора, я помню, дословно, я не знаю, может или нет, но он говорит, по-моему, такие слова, он говорит, ты знаешь, я так давно верующий, что могу и ударить. А, что могу и убить в ответ. Знаете, я, ну, у меня в разные периоды моей жизни разные были отношения к этой фразе, но вот сейчас, проповедуя, готовясь, точнее, к этой проповеди, я опять вспомнил об этой истории. Почему? Слушайте, вы удивитесь, но это нормальное состояние для этого человека. Как вы думаете, в этот момент, когда он сказал эту фразу, он боялся Бога? Он стыдился людей, которым он говорил эти слова? А теперь, внимание, самый важный вопрос. Считал ли он себя в это время христианином? Как так? Так же не бывает, вы понимаете? Так не может быть. То есть, апостол Иаков пишет, говорит, разве из одного источника бывает горькая и сладкая вода? Не бывает. Друзья, еще раз, это не означает, что все мы должны быть, вы поняли, все там идеальными или постоянно сломанными. Нет, еще раз повторяю, но состояние, когда ты абсолютно все, ты вот, вот все, тебя ничего абсолютно не может тебя пошатнуть, это страшное состояние. Потому что вслед за этим состоянием из твоей жизни уходят некоторые вещи, а потом уходит и Бог. И он говорит, я тоже тут как бы уже извини. И говорит, я здесь... Знаете, как это есть такая неканоническая притча? Просыпается утром мужчина, смотрит на столе записка. Знаете? А там написано, гуляй как хочешь, живи как хочешь, а я поехала, твоя крыша. Так вот, друзья, в жизни у многих верующих людей вот так бывает. Вы понимаете, что... У него все вообще, он молодец, он чемпион мира по собственной версии, в которой в чемпионате мира участвует он один. Он молодец в этой версии чемпионата мира, и там вообще все люди туда даже не подходят, ни по каким категориям. И даже Бог туда не попадает, вы понимаете, в этот чемпионат. В чемпионат судьи, друзья, из той притчи первой, не попадал. В чемпионат фарисея Бог тоже не попадал, вы в курсе? Вы в курсе, что в молитву фарисея не входит... Это парадокс. В молитву фарисея Богу не входил Бог. Ну вот подумайте об этом. Поэтому Бог и говорит, как вы думаете, кто пошел более оправданным? Почему фарисея? У меня вопрос. Почему Бог не оправдал фарисея? Вот давайте честно. Бог хуже его, вы понимаете? Как Богу благословлять того, кто молодец настолько, что Бог хуже, чем он? Ну как? Вы скажете, ну так не бывает. Послушайте, друзья, это очень тонкий лед. И так бывает, к сожалению. Давайте разберем, друзья, откуда берется это состояние. Я для вас так пытался разложить это. Итак, причина возникновения этого состояния, какого я Бога не боюсь, людей не стыжусь, довольно проста. Внимательно слушайте, да? Покаяние и раскаяние пришло в нашу жизнь, когда мы обнаружили в своем сердце, в своей жизни пустоту, которая приготовлена для Христа. Так или нет? Кто помнит? Когда ты обнаруживаешь, у тебя внутри пустота, дырка там, дырка, и ты ничего не можешь заполнить эту дырку ничем. Кто-то пробует заполнить наркотиком, кто-то алкоголем, кто-то блудом. Мы разными вещами, мы пытаемся заполнить эту дырку. И у нас мы приходим к тому состоянию, когда мы кричим, Господи, помоги мне, я не могу. Смотрите, Бог приходит, и Духом Святым что Он делает? Он заполняет собой эту пустоту. Она бездонная, но Духа Святого хватает, правда? Он же безграничный. Духа Святого хватает. И вот он приходит, и он заполняет свою пустоту. И в этот момент ты ощущаешь свободу, ты ощущаешь радость, ты ощущаешь полноту. Но, знаете, слушайте внимательно, есть одна штука. Если вы ослика с самого детства привязывали к колышку, потом убираете просто веревку, колышек оставляете, ослик ходит по кругу. И вот смотрите, мы настолько привыкаем к этой пустоте, что потом, после того, как мы пришли к Богу,
у нас ощущение пустоты где-то остается, мы к нему привязаны. Оно нам не нравится, но мы к нему привязаны. Вы никогда не задумывались, почему девушка, которая говорит, моя бабушка развелась с мужем, моя мама развелась с мужем, я никогда не разведусь со своим мужем. Знаете, чем заканчивается большинство жизней таких девушек? Разводом. Она привязана ментально, вы понимаете, она говорит, я не хочу развода, но единственное, что она знает, как гарантированно обеспечить самой себе, это развод. Она не знает жизни без развода. Ее бабушка учила, какие мужики все плохие. Ее мама учила, какие мужики все плохие. Она говорит, я не разведусь с мужиками, которые все плохие. Как вы думаете, что у нее, скорее всего, будет? Развод. Так вот и в жизни христианина, который привык к этой пустоте, у него внутри вначале эйфория от того, что все классно, а потом, внимание, он начинает искать пустоту. Где он ее ищет? Смотрите, у него пустота в отношении финансов начинает возникать. Его не удовлетворяет. Раньше его не удовлетворяло его грешное состояние, но Христос пришел и заполнил собой эту пустоту. Теперь христианина перестает удовлетворять его деньги, перестает удовлетворять его отношения с людьми, перестает удовлетворять его карьера, перестает удовлетворять то и то и то. Он везде начинает видеть эту пустоту, и эта пустота, смотрите, внутри он уже молодец, правда же? А снаружи все становится плохо. И вот от того, что он внутри молодец, а снаружи все становится плохо, рано или поздно этот человек приходит к состоянию. Я Бога не боюсь, людей не стыжусь, а я молодец. Это очень странное, сложное состояние. Я хочу вам сказать, друзья, вы думаете, я себя не обнаруживаю в этих вопросах? Тоже обнаруживаю. Я обнаруживаю тоже себя. Потому что, вы понимаете, например, давайте приведу вам пример. Когда ты пастор, ты проповедуешь людям правильные проповеди. Ну так же или нет? Ты же не будешь проповедовать, вы знаете, а у меня все плохо. Ну это же не проповедь на самом деле, это же просто не то. Ты проповедуешь проповеди, которые Бог хочет, чтобы церковь проповедовалась. Но вопрос, как вы думаете, человек любой, не я там возьмем, любой человек, Вася, Коля, Петя, кто бы ни стоял здесь. Вы думаете, он не человек? Он человек. Вы думаете, у него нет проблем? Есть. И вот здесь наступает интересное состояние, когда ты проповедуя другим, помните написано, чтобы проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Подожди, а как это? А как это вообще возможно, проповедуя другим, оказаться недостойным? Очень просто. Потому что в момент, когда ты перестаешь видеть внутри себя пустоту, в этот момент ты начинаешь видеть пустоту везде вокруг себя. И ты становишься нормальным, а вокруг все становятся плохими. Ненормальными. Все думают не так. Все мыслят не так. Все видят не так. Все какие-то не такие. А ты? А ты молодец. Понимаете, какое это страшное состояние? Еще раз вопрос. Как вы думаете, у фарисея, давайте так задам, провокационный вопрос. Как вы думаете, то, что Бог не ответил фарисею на его молитву, это плохо или хорошо? Это прекрасно. Может, у человека хоть что-то шевельнется в голове? Или в сердце? Потому что, еще раз говорю, друзья, вы сейчас, я знаю, сейчас можно, вы все скажете, ну это ж пасторам. Не, это к вам относится. Я к себе-то это отношу тоже. Но вы должны сейчас отнести это к себе. Потому что, еще раз, если вы сейчас не можете одеть эту проповедь на себя, друзья, я вас поздравляю. Вы уже и Бога не боитесь, и людей не стыдитесь. Еще раз говорю, вы можете одеть ее на меня, оденьте ее на меня, мне-то нету с этим проблемы. Потому что, я скажу вам так, знаете, внешне я достаточно целостный человек, но я внутри, я утром просыпаюсь и говорю, Господи, а могу ли я быть пастором? Вечером засыпаю и говорю, Господи, а... Послушайте, у меня внутри миллион вот этих, знаете, внутренних борений. Я как-то читал мемуары матери Терезы. Возможно, кто-то скажет, пастор, мы наоборот хотели проповедь ободряющую послушать. Это ободряющая проповедь, это реальность, друзья. Мать Тереза, я читал ее мемуары. За пару лет до конца, до своей кончины, знаете, что она писала? Она писала, говорит, слушайте, а я вообще не знаю, верующая ли я, знаю ли я Христа. Кто-то скажет, как? Мать Тереза, человек, такое творила, все, столько сделано. Друзья, если ты уходишь из этого состояния, точнее, приходишь в это состояние, когда у тебя все молодец, а вокруг есть проблемы, это ужасное состояние. Вы знаете, что только из всех людей, которые жили на земле, Библия говорит нам только об одном человеке, который, друзья, не имел в себе греха. И знаете, кто это?
Иисус, а почему там нет твоего имени рядом? Потому что это не ты. Потому что у тебя внутри всегда будет пустота. Она должна там быть. Она заполняется Духом Святым, когда ты приходишь в молитве к Богу. Заполняется или нет? Кто чувствовал? Она заполняется, когда ты поклоняешься Ему. Заполняется или нет? Она заполняется, когда ты в Его присутствии. Заполняется или нет? Заполняется. Но как только ты это теряешь, это ощущение должно теряться. Если оно не теряется, у тебя проблема. Ты стал то, что называется самоправедным. Ты превращаешься в самоправедного человека, человека, у которого все в порядке, который знает, как то, как это, как то, как то, как то, но который никогда не читал сказку Ганса Христиана Андерсена о голом короле. И король в этой сказке, друзья, да? Давайте еще раз прочитаем Евангелие от Луки 18:11. Фарисей, став фарисей, молился сам в себе и говорит: Боже! Смотрите, еще раз говорю, вы понимаете, какой уровень, Боже мой, какой уровень уверенности у этого человека? Вы понимаете, он молится Богу и говорит: Боже, благодарю тебя, что я не такой, как они. Ну, я не знаю, друзья, ну приди ты к Богу и скажи: Господи, а я не такой, как они? Ну, хотя бы спроси. Ну спроси хотя бы, ну ты молодец, ну просто спроси. Ну а вдруг ты не такой? Ну вдруг ты не такой? Скажите, у кого-нибудь бывает вдруг? Ну уточни хотя бы у человека, ну он же умный. Ну приди, скажи: Господи, мне кажется, что я не такой, как они. Как ты думаешь по этому поводу? Нет. Что пишет здесь? Я не такой, как они. Я не такой, как они. Однозначно, однозначно, однозначно. Я чемпион мира. У меня, я учился, когда в училище, я помню, в Суворовском, у нас был один такой парень. У нас было, там были спартакиады училищ, и были разные направления. У нас была команда борцов, кстати, вот тоже вольная борьба была. И у нас были такие, знаете, там один был очень такой здоровый такой, у него в 15 лет, он брился уже с 12 лет. Знаете, бывают такие, у него вот такой. А был один у нас такой, Гена, не буду называть фамилию, чтобы не огорчать человека, может, услышит когда-нибудь. Генчик был. И вот у него было, вес его был 41 или 42 килограмма. И он выступал в весовой категории до 46 килограмм. И он был чемпионом всех суворовских училищ. Знаете почему? Когда он приезжал на спартакиаду, в его весе был только он один. И он автоматически становился чемпионом. И он, знаете, был такой худой и ходил все время вот так. Знаете, как ходят борцы, знаете? Он вот так вот ходил, при этом вот такой худой, уши лопоухие, фуражка висит, такой, знаете, ну, простите, додик, такой, знаете, и вот так вот, знаете, он ходил с борцами вместе. Знаете, борцы идут там, типа, вот Димы такого, знаете, и он такой идет. Версия такая у него. И вот иногда фарисей вот из этой категории, вы понимаете, вот он стоит, представьте себе, тут грешник рядом стоит, Господи, я грешный, тут рядом еще кто-то стоит, и стоит такой фарисей, знаете, и говорит: цветник. Боже мой, Господи, ну я тут один такой. Вы понимаете, друзья, это я не знаю, я в шутку стараюсь это обратить, потому что я понимаю, что это болезненное сознание на самом деле внутри, поверьте. Итак, друзья, Христос на самом деле, Он полнотой своей любви совершенно исцелил и восстановил наше сердце и душу. Знаете для чего? Чтобы мы в радости спасения жили вместе с Ним и для Него. Аминь. А не в радости спасения и в свободе жили для себя. Чувствуете разницу? Фарисей живет для себя. Поэтому он молодец. Скажу вам так, в 2011 году мы начали вести учебный проект «Анатомия». И мы начали говорить с разными семьями. Там у нас, слава Богу, за офлайн, я мечтаю о офлайне. Офлайн, он очень сильно мне помог. Вот реально вообще мне помог. Потому что, знаете, как любой, наверное, муж, ну, любой муж, он всегда считает себя, что он молодец. Смотрите, жена вышла за него замуж, дети у них родились, там, дом как-то обустраивается. Он молодец на самом деле. Но когда ты попадаешь в сообщество других таких же молодцов, если ты адекватный, нормальный человек, если ты не фарисей из этой истории, если ты не судья из этой истории, то ты начинаешь задумываться: стоп, подожди, со мной что-то не так. Я не один, оказывается, такой. И знаете, мне очень помог этот проект. Он меня немножечко отрезвил, потому что открыл мои глаза и сказал: слушай, ты как бы молодец, но не совсем. Ну, потому что каждого мужчины, я не знаю, братья, вы, есть среди вас честные? Скажите, пожалуйста, что... Не каждый ли мужчина видит себя, что он молодец? Вы бы видели, сейчас их лица сидят.
каменная стена. Даже молиться могу об этом. Итак, друзья, как с этим разобраться? Давайте быстренько, чтобы не затягивать, как с этим разобраться? Я написал такую рекомендацию. Трепещи перед Богом в Его святом присутствии. Без трепета перед Богом, без трепета перед Его присутствием, перед Его истиной, перед Его движением, мы не можем жить полноценной христианской жизнью. Я сейчас говорю это не только братьям, простите меня. Я говорю сейчас это каждому человеку. Если нет трепета в твоей жизни перед Богом, твоя христианская жизнь зашла в тупик. Она в тупике, в принципе, находится в тупике. Потому что из этого нету выхода. Смотрите, это же абсолютно такая, абсолютно, ну, бессмысленная история. То есть, ты обращаешься к Богу, внимание, ты обращаешься к Богу, который должен тебя изменить, но у тебя нету трепета, и ты молодец, и тебе не надо ни в чем меняться, поэтому что ответит тебе Бог? Ничего. А раз он ничего не отвечает, ты говоришь, так я же молодец, и ты еще больше укореняешься в этом осознании. Видите, такая история как бы тупиковая совершенно. Поэтому, друзья, чтобы этого не произошло, самое важное, вот я прочитаю вам одно такое место из Библии, Евреям, 12 глава. Прочитаем с 22 по 25 стихи. Кому нравится эта проповедь? Такая, да? Она не может нравиться, друзья, она мне и не нравится, если честно. Честно признаюсь, она мне не нравится, потому что у меня на этой проповеди сейчас сидит старший сын и жена. Мне не нравится эта проповедь. Мне не хочется ее проповедовать, если честно. Потому что, послушайте, если ты психически здоровый человек, эта проповедь должна рождать в тебе сокрушение. Она обязана сокрушать тебя. Если она тебя не сокрушает, если она ровная, ты ровный, или хуже того, ты начинаешь возмущаться, это страшное состояние. Ты просто в тупике. Еще раз говорю, пожалуйста, я очень прошу, не одевайте эту проповедь на ваших мужей, отцов, жен сейчас, не одевайте. Потому что если вы одеваете, вы превращаетесь в этого кого? Фарисея. Вам оно надо? Нет. Вы лучше как тот судья, как-то повремените немного. Может, до вас дойдет о том, что, слушай, лучше открыться навстречу. Еще раз, давайте прочитаем. Смотрите, какое должно быть состояние сердца христианина. Вы приступили к горе Сиону. Кто знает, гора Сион – это прообраз Церкви Христовой. К ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелов. Что пишет здесь Бог? Что Он дает нам? Через апостола Павла Он рисует нам картину, друзья, которая намного больше, чем мы сами. Вы понимаете, он рисует картину, гора Сион, град Бога Живого, небесный Иерусалим, тьмы ангелов. Вы понимаете, он рисует картину, в которой ты вот, я недавно смотрел такой интересный эксперимент, проводили, то ли американцы, не знаю, кто-то проводили. Короче, кинотеатр частный где-то, ну, 100 мест возьмем, 100 мест. И там сеанс, и, значит, два свободных места, они подготовили, во всем зале сидят такие мужики, знаете, в кожаной одежде, в татухах, брутальные, с бородой, ну такие, то байкеры там или еще кто-нибудь, знаете, все такие чуваки. И заходит парень с девушкой, и 98 глаз, знаете, так в него. Рассказываю, они идут, начинают идти к своим местам, на половине дороги, внимание, они разворачиваются, уходят из зала. Парадокс, правда? Другой человек заходит, два мужика заходят в зал, и те так, знаете, на них. И они идут, и они за ними глазами все. Эти два мужика проходят первый ряд и уходят с другой стороны. В общем, пришел только один мужчина, сел. Сел и сидит. Ну и начинают с ним разговаривать. И что выясняется? Этот человек, депрессия, говорит, мне вообще все равно. Хоть и жить не хочу. Парадокс. Но человек, который сокрушен и сломлен, как ни странно, оказался наиболее целостным. Вы понимаете, какая интересная штука? Еще раз. Человек, который наиболее сокрушенный, сломленный, по факту оказался самым целостным среди всей этой когорты. Потому что ты не можешь. Вот смотрите, он описывает тьмы ангелов. Для чего? Чтобы это привело тебя в трепет. Дальше читаем, 23 стих. К торжествующему собору, к церкви первенцев, написанных на небесах, к судье всех Богу, к духам праведникам, достигших совершенства. Друзья, знаете, для чего это написано? Чтобы мы поняли, что мы еще не достигли пока. Дальше. И к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. 25. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего.
Если те, не послушав глаголовшего, говорившего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес. Знаете, друзья, я записал для себя одну такую вещь. Если все, что связано в нашей жизни с Богом, оно не исходит из трепетного состояния, мы в очень опасном состоянии нашего сердца перед Богом. Возможно, вам может показаться очень радикальным, но все в нашей жизни, что касается Бога, должно быть пропитано страхом. Я знаю, что для большинства людей страх Господень, нас научили уже, знаете, мы уже правильно научены, страх Господень в первую очередь это любовь. Это любовь. Если ты понимаешь Божью любовь, у тебя не будет никакого страха. И знаете, я заметил, что многие верующие настолько наполнились пониманием любви, что у них вообще уже никакого страха нет. Не перед Богом в том числе. Страх Божий, который начинается от любви, все равно приводит тебя к трепетному состоянию, страху. У тебя должен быть страх. Можем ли мы потерять свое спасение? Знаете, нет, мы не можем. Послушайте, я знаю о том, что спасение, которое подарил Господь, оно есть в нашей жизни. Но я буду сомневаться всегда. Неправильно сказать, не сомневаться. Я буду всегда трепетать об этом. Я буду всегда трепетать, друзья, о вещах, которые есть в моей жизни. И если я всегда очень осторожен, когда я слышу человека, который однозначно говорит обо всем. Это вот так, это вот так, это вот так, это вот так. Я бы не стал быть таким уверенным, потому что ты никогда не знаешь. Смотрите, друзья, приходит пророк Елисей помазывать цари над Израилем, да? И он говорит отцу, приведи своих сыновей, я одного из них помажу в цари над Израилем. Отец приводит сыновей. Пророк говорит, не этот, не этот, не этот, не этот. Закончились сыновья. И тут пророка, вы понимаете, смотрите, у пророка интересный момент, да? Я что, ошибся? И он говорит отцу, а где друг, ну, нет ли у тебя еще сыновей? Смотрите внимательно. Я когда читаю эти истории, не знаю, у меня такое кино включается. Вы представляете, приходит пророк, говорит, приведи ко мне своих сыновей. Он приводит. Он говорит, нету ли у тебя больше сыновей? Отец думал, говорит, о, есть еще один. Это как? Если бы было 9 сыновей, было понятно. Ну, так он же знает, что их 9. Но считать-то он точно умеет. Он вдруг вспоминает, есть еще один, приходит еще одного, говорит, о, вот этого помажу в цари. Вы понимаете, друзья, что Бог мыслит по-другому? И перед ним всегда должно быть сокрушенное вот это состояние сердца. Оно всегда должно быть. Я записал еще одно интересное место. Смотрите, Римлянам 11:36. Ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки, аминь. Скажите мне, пожалуйста, где в этом стихе я? Где ты? Ну где ты в этом стихе? Так тебя здесь нету. Это обидно. Это, знаете, как это говорит, это несерьезно. Помните операция И? Как он говорит, 33 каждому. Говорит, это несерьезно. Друзья, тебя здесь нет. И знаете, это осознание, которое и сокрушает одновременно, и вдохновляет одновременно, потому что оно показывает тебе, на самом деле, я сейчас хочу ответить такой на вопрос, возможно, у кого-то из вас, друзья, нам часто вот хочется верить, что Бог нас избавляет от злых, трудных времен, и никакого страха нет, но я хочу вам сказать, Бог будет всегда добавлять капельку этого страха в твою жизнь, хочет добавить капельку страха и трепета в твою христианскую жизнь, внимание, потому что через это Он хочет тебя приготовить к Его трепетному присутствию. Вы знаете, друзья, если вы читаете внимательно, будете читать книгу пророка Даниила, то когда ангел Божий пришел к Даниилу, помните, что произошло с Даниилом? Он упал в страхе и трепете. И он говорит ему, не бойся, встань. Когда к Марии пришел ангел, он говорит, не бойся. Послушайте, если у христианина нету этого трепетного состояния, у него никогда не будет этой реакции. А значит, в какой-то момент времени Бог перестал с ним говорить. Бог перестает с ним разговаривать. Еще раз, кто ушел оправданным? Фарисей или мытарь? Итак, друзья, Бог хочет привести тебя к состоянию пророка Исаии 11:3. Я заканчиваю, сейчас уже переходим к практической стороне. «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела». Друзья, с чего начинается здоровая христианская жизнь? Со страха Господнего. Кто помнит прошлую проповедь, о чем мы говорили? О страхе Божьем. Друзья, страх Господень обязан приводить тебя в трепетное состояние. Трепетное состояние – это состояние, когда крушатся твои собственные идеалы, убежденности, уверенности. Там, ты весь такой молодец. Это ужасное состояние. Вы знаете, я как-то проводил для себя лично такое практическое исследование. Я замечал о том, что в церквях всегда больше женщин. Никто никогда не замечал об этом? В церквях всегда количественно больше женщин. Знаете почему?
Женщине более свойственно выходить за муж. А для того, чтобы выйти замуж, ей нужно внутри трепетным быть. Ну, то есть трепетать перед своим мужем в том числе. Знаете, есть некоторые такие у нас украинские женщины, которые, они там хапанули в детстве феминизма, немножко это называю. Хапанули, они выходят и говорят, я и муж, мы одинаковые. И знаете, у них внешне все классно, в Фейсбуке так вообще там прям фотосессии, все хорошо. Но в семейной жизни у них там жизнь, жесть и сковородки. Почему? Потому что жена, которая не способна быть трепетной, она всегда будет замечать, что с ее мужем что-то... Такая вот штука. Поэтому, друзья, страх Господень, с него все начинается. Итак, как практически с этим справляться? Как практически, чтобы у тебя было состояние этой трепетности? Четыре простых шага, практичных. Помните, я обещал? Практичные шаги, с чего начать, что делать. Итак, первый шаг, друзья. Истинный ты и истинная твоя жизнь открывается только тогда, когда присутствие Божие наполняет тебя. Наполняйся чаще именно Божьим присутствием. Знаете, что я обратил внимание? Я обратил внимание, что я иногда, у меня был такой, я иногда, а в последнее время довольно часто я испытываю состояние когнитивного диссонанса. Что это за состояние? Это состояние, когда ты знаешь, что 2 плюс 2 равно 4, но перед тобой стоит человек, и он тебе не просто говорит, что 2 плюс 2 равно 8, он утверждает, и он пытается переубедить тебя в том, что 2 плюс 2 это 8. В то время как ты знаешь, что это 4. Знаете почему? Потому что в какой-то момент времени мы начинаем верить в то, что мы молодцы, потому что мы молодцы. Это ужасное состояние. Когда-то я помню, был такой один спортсмен. Ну, есть такой, но он уже не действующий, он уже на пенсии. Флойд Мейвезер, кто-то слышал? Это человек, которого там, одного из боксеров, 50-0. И знаете, это человек такой вот, он очень интересный, очень богатый, его даже называют Moneyball, то есть это человек, который там, Moneyball, по-моему, или как-то, короче, человек, который делает деньги. У него деньги, куча денег. И он ни разу не проигрывал на профессиональной арене, вообще ни разу не проигрывал. Но есть один бой, я забыл, как звали, там боксер один, по-моему, Ортис его, если не ошибаюсь, была фамилия. В общем, там, то есть по ходу этот Мейвезер проигрывал, по ходу боя. И останавливает бой этот судья. И после остановки боя судьей, судья как бы отходит в сторону, и вроде как можно биться. Но этот второй боксер перед этим Мейвезером стоит, и знаете, еще не успел поднять руки. И Мейвезер ему один удар в бороду, и вторым догоняет, и он падает, и уже встать он не смог. И знаете... Все говорят, что у этого Мейвезера 50-0 статистика, но все говорят, что тот бой он проиграл. К чему я веду, друзья? Вы понимаете, все увидели о том, что в том бою все увидели, что он не 50-0. Все увидели о том, что он не есть непобедим. Это как было, помните, когда у нас эра Кличко, когда было, когда, помните, первый раз Владимир Кличко в нокаут ушел во Дворце спорта здесь было, если кто-то помнит, это 2000, по-моему, 2002 год был. Да, Кори Сандерс из Южной Африки, он просто его уложил. И все, знаете, такой, а что, он падать может? Да, он может падать, оказывается. Оказывается, он может падать, друзья. Так вот, я вам хочу сказать, только в состоянии Божьего присутствия ты видишь, ты вдруг... Почему? Почему так? Ты перестаешь быть чемпионом мира по своей собственной версии. Потому что в состоянии Божьего присутствия, Библия говорит, горы тают, как воск. Ты перестаешь быть вот этим... Я Халк. Ты Халк, пока ты с другим Халком, который тоже в соседнем ряду с тобой смотрел этот фильм, не встретился. И этот Халк как дал тебе по голове Халка, а ты такой понял, что ты не Халк. Божье присутствие, в Божьем присутствии Бог тебя ты так делает, такой ууу. И кто-то говорит, это не, Бог меня только поднимать будет. Да, Он тебя поднимает, но иногда тебе нужно дать хорошо по голове, чтобы ты мог подняться уже в конце концов. Потому что еще раз, только Божье присутствие знает, какой настоящий ты. Удивитесь, друзья, но именно по этой причине, возвращаясь к чему я начал, в церквях меньше мужчин. Потому что мужчинам не свойственно переживать состояние сокрушения. Для мужчины состояние сокрушения равносильно поражению, победе, проигрышу, позору и так далее и тому подобное. Мужчина не хочет быть вторым. Он не готов быть вторым. Я вам признаюсь честно, для меня моя христианская жизнь началась с проповеди, в которой я услышал первую проповедь своей жизни, вот в такой церкви, она называлась «Научись быть вторым». Вы знаете, у меня вообще весь мир перевернулся, меня учили всю жизнь быть первым. Вы знаете, чему учат всех мальчиков в спорте? Первым и только первым. А тут я пришел, мне говорят, научись быть вторым. Я такой думаю, в смысле? Как вторым? Только первым. Нет, надо быть вторым, научиться. Второй, друзья, практический совет, который я верю, что может помочь. Пусть Божий страх в твоем сердце будет не только с любовью, но и со страхом. Помните, я об этом говорил сегодня?
Пусть Божий страх в твоем сердце будет, еще раз, не только с любовью, не только от любви. Вы знаете, я иногда, вот, есть такая метода воспитания, я не знаю, может быть, кто-то слышал, до 5 лет нужно относиться к ребенку как к царю, королю, с 5 до 8, по-моему, лет нужно относиться как к рабу, с 8 лет или с 9 лет надо относиться как к другу. Я скажу так, если некоторых детей до 5 лет относиться как к королю, то есть все, никаких запретов, никаких замечаний, ничего абсолютно. Вообще, только он прав, он молодец и он самый главный. Любое его слово, любое его желание ты должен бежать и исполнять. Первая фраза, ты должен идти и делать. Я говорю, нет. Ну, просто нет. Я не говорю, что надо делать его рабом, но вы понимаете, друзья, что после 5 лет такой вот, как это назвать, после 5 лет такого отравления сложно человека вытащить оттуда будет. Так вот, друзья, иногда мы настолько бываем отравлены прямо любовью, что когда нам говорят о страхе, мы говорим, изыди, сатана. Это не от Бога. Послушайте, любовь имеет в себе страх. Если любовь не имеет в себе страха, друзья, это не любовь, это эйфория. Это эйфория, это ненормально. Третья штука, друзья, третий практический момент. Позволь Слову Божьему каждый раз вскрывать глубины твоего сердца, а не тешить твои собственные убеждения. У меня есть такой один индикатор. Приходит человек после проповеди и говорит, пастор, такая классная проповедь была. Я всегда спрашиваю, у меня такой всегда, вот Дмитрий Васильевич помнит, как-то я говорю, что именно в этой проповеди, что именно тебя зацепило? Не, знаешь, он говорит, вы знаете, вот в этой проповеди, вот все, что вы сказали, это именно то, что я думаю. Я говорю, это самая была бесполезная проповедь в твоей жизни. Она ничему новому тебя не научила, она сделала тебе еще хуже, она утвердила тебя в том, во что ты уверен. То есть она, ну, вы понимаете, она вообще, Слово Божье вскрывает тебя. Написано, мы читаем Тимофея, Слово Божье полезно для обличения, для исправления. Оно вскрывать нас должно. Если оно нас не вскрывает, это, друзья, это страшная штука. Вы знаете, у меня есть лучший друг в моей жизни, моя жена. Иногда она, Бог через нее иногда вскрывает в моей жизни некоторые вещи. Я не люблю это. Мне это не нравится. Она не то, что там вскрывает, она просто говорит какие-то вещи, ну, как друг, правда, да, как близкий человек говорит, а мне не нравится это. Иногда я ей говорю, все нравится, да? Мне все нравится. Мы друг другу говорим, друзья. Иногда он, Илья, мне что-то тоже говорит, мне тоже не нравится. Иногда я ему говорю, ему не нравится. Скажите, это плохо или хорошо? Это нормально. Точно так же должно быть и со Словом Божьим. Слово Божье, которое приходит в нашу жизнь, оно должно нас вскрывать. Оно должно нас вскрывать. Потому что иначе, еще раз повторюсь, друзья, не дай Боже, однажды мы окажемся в ситуации, когда мы будем... Я смотри, и это делаю, и то я делаю, и там я красавчик, и там я молодец. Итак, 4-й пункт. Позволь твоей вере быть видимой в делах. Вы знаете, вот здесь на этом пункте, кстати, многие люди, вот я уверен абсолютно, многие вот эти там фарисеи-летчики, которые там летают в облаках, их так называют летчики, этот пункт их обламывает. Смотри, в Библии написано, Яков пишет, если ты имеешь веру, правда? Что сделай? Покажи мне веру из дел. Смотрите, какие дела? Личное поклонение. Нет у тебя личного поклонения? До свидос. Проиграл? Потому что ты уже не красавчик. Нет у тебя молитвенной жизни? Проиграл? Нет у тебя благовестия личного в жизни? Никого не смущает сейчас этот пункт? А должен? Проиграл? Нет у тебя служения? О, пастор, моя семья – это мое служение. У меня тоже такое служение есть. Я, кстати, удивлю тебя, у многих неверующих даже это служение есть. И оно еще более успешно, чем у некоторых знающих Христа. Это не служение. Семья – это не служение. Семья, друзья, это лично твой выбор и твоя ответственность социальная. Вот и неси ее, будь добр. А служение – это там, где ты жертвуешь. О, как я жертвую! Ну, если ты жертвуешь, то твой муж жертвует еще больше, или твоя жена. Нет, служение это другое, призвание. Смотрите, друзья, если одного этого пункта у тебя хотя бы нету, ты не красавчик. Вы поняли? Если одного пункта нет, ты не красавчик. Разве это для того, чтобы развалить тебя? Нет, это для того, чтобы немножечко отрезвить тебя и понять о том, что твоя вера нуждается в подкреплении. Твоя вера нуждается в, как еще это назвать, в чем?
ну, в освежении, если хотите. Твоя вера нуждается сегодня в какой-то трансформации внутри. Аминь? Аминь. Теперь, друзья, я закончил, в принципе, вопрос такой, ну, вам не сильно понравилась эта проповедь? Потому что мне не очень, если честно. Ну, честно признаюсь, мне она не очень нравится. Не с точки зрения проповеди, с точки зрения того, как я себя чувствую сейчас. Мне не очень нравится эта проповедь. Но знаете, это пусть будет такой хороший индикатор. Я бы хотел сейчас каждый из нас, давайте мы склоним нашу голову, и я уверен, сегодня каждому есть о чем подумать и есть о чем поговорить с Богом. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы сегодня благодарим Тебя, мы славим Тебя, мы величаем Тебя, Господь. Мы благословляем Твое чудное имя, Боже, мы превозносим сегодня Тебя и благодарим Тебя за все. Отец, я славлю сегодня Тебя, что мы слышали Твое Слово, Господь, таким, какое оно есть. Бог, Твое Слово, оно прекрасно, Твое присутствие, оно великолепно. Ты вообще, Ты прекрасен, Ты чуден. И, Господь, сегодня мы слышим о практической стороне жизни с Тобой. Это самые прекрасные, вдохновляющие проповеди, Господь, потому что мы с ними, в них мы сталкиваемся сами с собой, в них мы сталкиваемся с Тобой, Твоим величием. Во имя Иисуса Христа, Господь, сегодня говори в нашей жизни, продолжай говорить на этой неделе в нашей жизни, в наши сердца. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Ну что ж, друзья, да, вот такая вот получилась у нас сегодня с вами интересная штука, да? Хорошая. Я верю, друзья, что эта проповедь, она кого-то из вас напомнит, ну, что-то в чем-то вас освежит и напомнит. Аминь. Я рекомендую, прослушайте еще раз. И у меня такое предложение есть, хочу напомнить, друзья, у нас есть наш канал в YouTube. Если вы иногда смотрите, бывает такой YouTube-мен, YouTube-ный человек, друзья, обязательно подпишитесь на канал, потому что там все эти проповеди есть. Аминь.